У меня зарплата 20 тысяч. На эти деньги прожить невозможно. Цены постоянно растут. У меня дети. Как прожить на эти деньги? А в это время начальник, блин, вообще не появляется на работе и жирует там. Я знаю, где он живет. Я сейчас пойду к нему домой и расскажу все, что я думаю по этому поводу, и потребую, чтобы он повысил мне зарплату. Ну, смотрите, что я ему скажу сейчас. Разговор будет жестким, сразу предупреждаю. Не, ну вы только посмотрите, какой домище он отгрохал на наши деньги. Я ему сейчас покажу. Юрий Алексеевич, так нельзя. Я требую повышения зарплаты. У меня 20 тысяч зарплата, вы знаете, и на такую зарплату прожить нельзя. Цены растут постоянно. И вообще, у меня дети, в конце концов, ну сколько можно, так сказать, надо повысить зарплату. Послушай, я правильно тебя понял, что я должен поднять зарплату, потому что поднялись цены? Но я цены не поднимал. Почему я должен за это платить? Но зарплату не поднимали уже давно. Сколько можно, уже пора бы. Ну, дорогой мой, в чем заключается твоя работа? Ты ездишь всего один раз в неделю в Москву. И все. И если раньше ты ездил три раза в неделю в Москву, и это было нормально, то сейчас за те же самые деньги ты ездишь один раз в Москву, то есть у тебя в три раза дороже стал рабочий день. Я считаю, что я тебе уже поднял зарплату. Почему я должен еще поднимать? Блин, ну я что, виноват, что у нас нет работы? Что вы не даете мне работу? Это не мои проблемы. Дайте мне больше работы, дайте мне больше поездок, я буду ездить больше. Но дайте мне зарплату! Говоришь, тебя не интересуют мои проблемы? А какого хера ты решил, что меня интересуют твои проблемы? Твои проблемы – это твои проблемы. Ты понял меня? Я думаю, что если у тебя нет зарплаты, сейчас у тебя, ты один раз в неделю ездишь, у тебя остальные, сколько там, 4-5 дней, у тебя все свободно. Ты можешь зарабатывать где-то, или ты можешь, ну, наверное, ты об этом подумал вообще говоря, да, дорогой мой? Наверное, у тебя есть какой-то пассивный доход, я не знаю, как ты живешь. Меня это не интересует. Какой такой пассивный доход нахер? Вы о чем? Пассивный доход – это деньги, которые идут просто сами собой. Откуда? Ниоткуда, просто ты не работаешь, а деньги идут. Но, наверное, они у тебя есть. Не, ну, например, это, скажем, у тебя может быть 5 квартир, и ты их сдаешь, и на эти деньги живешь, а здесь просто, так сказать, ездишь в свое удовольствие. Или у тебя, скажем, на счете, в акциях каких-нибудь или облигациях лежит там 10 миллионов рублей. Откуда я знаю? И ты спокойно живешь на проценты, и все. Значит, я вообще не понимаю, как ты живешь. Меня это, вообще говоря, и не особо интересует. Откуда у меня квартиры? Вы что? Откуда у меня миллионы? Я все... Ничего не откладывал я. Откуда? Все, что зарабатывал, мы жили на эти деньги. Какие миллионы? Откуда? Дорогой мой, если ты пришел сюда продать мне свои проблемы, то я могу тебе сказать так. Твои проблемы мне нахрен не нужны. Ну как мне жить? Скажите, вот подскажите. А если ты хочешь, чтобы я тебе помог, то, пожалуйста, я могу тебе попробовать помочь, если ты захочешь. Ну да, я могу предложить тебе дополнительный доход. Но это будет другой доход немножечко. Я готов поделиться с тобой частью своей прибыли, а ты мне поможешь зарабатывать деньги. Что для этого надо? Да очень просто. Вон там будет ссылочка. Нажмешь на нее... Там будет вся информация, ты оставляешь, она придет тебе на e-mail, и все, и пойдет процесс обучения. Да, трудно, да, сложно, но зато ты получишь взамен, грубо говоря, новую специальность, ты можешь получить, если захочешь, если не захочешь, ну, не надо, какая разница. Вот такие дела. Нажимай кнопочку. И давай уже вместе пробовать.